Доброе утро, друзья. Мы, как всегда, утро у нас начинается гулять. Дашка побежала. Погода сегодня превосходная. Пахнет весной. Но уже столько запахов. Как красиво весной, прелесть. Сразу пока иду, покажу вам рядом. Есть еще и нарциссы, которые не расцвели. Есть, которые расцвели. Анемона скоро зацветет. Сирень скоро пойдет. Сирень. Вот, сирена включилась. Думала, спокойно вам расскажу. Дашка! Дашка, ко мне! Умничка! Умничка моя! Умничка! Фу! Фу! Кому повезло, да? Вот не один раз думаю, это 3,5 года назад наша дочь гуляла и нашла, увидела, она гуляла с коляской, с ребенком, на то время ему было 6 месяцев, и наткнулась на коляску. Куда пошла? Ко мне. Сейчас. Сейчас, на чужую грядку. О, есть. На чужую грядку побежала. Наткнулась. И там было в коляске 6 маленьких щенков. Этим щенкам было... Ну, они смотрели, ну, где-то по месяцу. Естественно, она их забрала. Щенки были все разные. Я так думаю, что, по всей видимости, это делалось как. Есть бабушки, которые за то, что сидят на рынке. Сейчас я их в последнее время не видела. Сейчас появилось очень много волонтерских гуманитарных организаций, которые берут бездомных животных и ухаживают за ними. А раньше были бабушки, которые сидели, вроде бы как предлагали... Там котиков, собачек люди покупали. Но из-за того, что они сидят на рынке, они брали деньги. То есть они собирали в эту коробочку, собирали этих щенков, брали на то время по 100, ну, где-то так говорили, что по 100 гривен. По 100 гривен, и потом просто зимой, это было где-то в декабре, потому что холод был. Вынесли эту коробку и выбросили со щенками. Ну вот повезло. Им повезло. Их принесли. Всех мы раздали. Одну завезли. За 400 километров нашелся хозяин. Мы посадили. У нас осталось тогда 2 щенка. Дашка и Машка. Дашка — это вот наша подружка. А Машка, ее перезвали, ей дали красивое какое-то там имя, она там чуть ли не королевна. У нее прекрасные апартаменты. Ну, нашей Дашке тоже хорошие апартаменты. Повезло им. Хочу показать вам. Скоро будет сирень. Еще чуть-чуть. Кстати, о сирене. Настойка сирени. Не настойка, а чай. Вот можно просто варить, заваривать сиреневые цветочки сирени. Очень полезно мужчинам. И когда уже начинаются проблемы
проблемой с перестройкой организма, с перестройкой гормонов. Вот такой вот чай. Сиреневый, назовем его. Сиреневый чай. Очень полезный. Очень поддерживает мужскую систему. Скоро зацветет сирень. Запах будет вообще прекрасный. Орех. Еще 2-3 дня и будет сыпаться. У нас рядом есть орех, он сыпется на клубнику. Кто-то говорил, ой, когда клубника. Ну, ничего подобного, друзья. Вот эти серьги, которые отваливаются от ореха, они, конечно, богаты йодом, но они не сжигают клубнику. Клубника спокойно себе растет. Прелестная. Анемона. Дашка, погулявшая. Идем. Вот такая вроде бы девушка наша большая. У нас за все время первый раз громадная собака. Ну такая трусиха. Трусиха. Хотя она намного сильнее Буси. Ну, Бусю боится. Она была намного сильнее Бетховена. Но Бетховена боялась. Я не один раз говорила, что Дашка у нас просто культурная дама. Она уважает старших. Бусю один раз она так покусала, там она просто забыла о своей культуре. И за еду напала на Бусю. Покусала ее. А после этого долго хотела подружиться с Бусей, но Буся неделю помнила, не выходила со своего укрытия. Наш пион еще не раскрылся. Ирисы же наши говорят. Ирисы тоже говорят. Дашка. Сейчас позову девушку. Пора заходить. Ландыши. Вот-вот. Еще чуть-чуть. А тут... О, ирис. Ириса. Я думала, что кто-то... Ириса. Пошел. Надо его открыть, чтобы он солнышко... Все, идем. Порядок? Порядок. Заходим. Зашли. Она знает, что мы сейчас будем снимать ошейник. Покажи. Ну, на камеру. На камеру не работает. Но после того, как погуляли, зашли, она трясет головой. В смысле, снимайте мне. А сейчас она видит камеру, не реагирует. Покажи лапку. Лапку дашь? Лапку. Давай лапку. Молодец. Это я хочу сказать о том, что трусиха, но очень умная. Умная. Мы ее почти не учили. Лапку дает, ко мне бежит. Послушная девушка. Хотя сильнее Буси не трогает.
Друзья, хорошего вам дня. Кто не подписался, хочет поддержать мой канал, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч в эфире!